Друзья, всем привет-привет! Сегодня коротенькое видео покажу по авумятам. Значит, вот такие кнопки у меня новенькие. Буквально тут, по-моему, полторы недели от силы. И вот эти старшенькие. Сейчас уже начинают поступать вопросы по поводу отправки. Ну вот по телевизору говорят, что у нас будет жутко теплый май. Поэтому, думаю, вот в ближайшее время можно уже обсуждать в какие-то недалекие города от Ярославля. Я думаю, что уже можно будет попробовать отправлять, потому что у нас сейчас тоже днем до 13 градусов. Ну вот ночи еще холодноваты. Ну, попытка не пытка, плюс, если быстро, то можно. Ну, это кому не терпится. А так, ждем, бронируем, ищем меня ВКонтакте, в Одноклассников. Есть я в Вайбере, в Телеграме. То есть, в принципе, при желании на Авито объявление есть. Можно меня везде найти. Ну вот, наверное, и все пока, что хотела вам рассказать. Кто впервые смотрит видео, это детки XXL от линии Хаснудиновой. Все, друзья мои, обращайтесь. Пока-пока. Ножки, вот видите, такие светлые у них, красивые. То есть все в росте. Ракушечки пока, как и детские, гладенькие. Если есть какие-то неровности, то помним, да, чуть-чуть стоит вовремя не убраться или покормить, и приростик немножко дает сбой. Ну, в остальном это все мелочи. Смотрите, какой красавчик. Попки красивые. Замечательные ребята. Все, пока-пока.